меры по максимальному утеплению жилья, приготовить теплую одежду, не использовать газовые горелки и плиты для обогрева. Напомним, что циклон уже отметился сильными осадками и шквальным ветром. В частности, в поселке Зырянка Верхнеколымского района ввели режим ЧС муниципального характера, закрыли аэропорт. Режим ЧС ввели также в Абыйском и Среднеколымском районах. Но, несмотря на аномальные погодные условия, ситуация в районах Якутии находится на контроле правительства региона. Оперативные штабы работают во всех наслегах северной части республики. В штатном режиме функционируют все котельные и электростанции.